Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как разделить два напольных покрытия мозаикой. Итак, вот наших два напольных покрытия. С одной стороны у нас идет ламинат, с другой стороны у нас идет плитка. Между ними должна у нас вставиться мозаичка. Сейчас мы поговорим о том, как это сделать. Вот у нас есть мозаика. Идет она в листах 30 на 30. Вот здесь у нас ширина полоски, которую нужно разделить, 5 сантиметров. Соответственно, мы нашу мозаику разделяем на вот такие вот полоски. Вот. И для того, чтобы уложить мозаичку как нам нужно, что для этого требуется сделать? Первое — это подготовить основание, то бишь у нас ламинат и плитка дали определенную нам высоту от стяжки. Соответственно, если мозаика у нас порядка 8 миллиметров, вот, то от стяжки до верха напольного покрытия, допустим, плитки либо ламината, у нас получилось порядка 16 миллиметров. Первое, что нужно сделать, это подготовить там основание, то бишь мы грунтуем. После высыхания мы отмеряем на мозаике, мы отмеряем нужную нам высоту, делаем такой вот импровизированный инструмент. Вот, я делаю его из профиля CD, вот, то бишь мы отмеряем от края до верха высоту, которая нам нужна, то бишь это высота мозаики, вот, плюс слой клея. Вот, делаем такую импровизированную малочку с обеих сторон, вот, и для того, чтобы в последующем стянуть нужную нам высоту. Вот, подготавливаем клей. Что мы делаем? Заклеиваем наш ламинат маляркой. Плиточку можно не заклеивать, так как мы уже намотали на нашу импровизированную малочку, намотали тоже малярку. И, соответственно, плитка у нас не поцарапается. Дальше берем наш клей. Я промазываю изначально основание. Вот так вот у нас получается. Осталось место только для тонкого слоя плиточного клея.